освободиться от круга. Для внесения знамени и получения, пожалуйста, освободите центр круга. Queridos amigos, liberen el centro de la Plaza Cataluña, por favor. Всем военным равняйсь! Смирно! Это точная копия того знамени, которое подрузили над Рейхстагом в Берлине в мае 1945 года красноармейцы Алексей Берес, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. La bandera de la victoria es una copia exacta de la bandera que levantaron en Рейхстаг en Берлин el 2 de mayo de 1945 los exploradores del ejército rojo Алексей Берес, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Воссоздана к 70-летию Победы. Знамя участвовало в автопробеге в городе Йорен-де-Мар, многие участники которого присутствуют среди нас. Recreada para el 70 aniversario de la victoria, la bandera de la victoria participó en la carrera de Lloret-de-Mar en 2015, muchos de los participantes de la cual están entre nosotros. Сегодня флаг из города Лорет-де-Мар в Барселону доставили Игорь Солдатов и Михаил Ким на легендарном автомобиле ГАЗ-21 «Волга», который по праву можно считать символом Советского Союза. Hoy la bandera fue traída desde Lloret-de-Mar a Barcelona por Igor Soldato y Mikhail Kim en el legendario GAZ-21 Volga, que puede considerarse con razón un símbolo de la Unión Soviética. Вручил знамя победы нашему знаменосцу Артема Парола Роман Беклич, который воссоздал это знамя по чертежам. На романе форма летного командного состава, утвержденная в 1935 году Министерством обороны СССР. Именно в такой форме воевали в интербригадах во время гражданской войны в Испании. Роман Беклич entrega la bandera recreada por él a partir de los planos a nuestro portador de bandera, Artem Prokhorov. Lleva puesto el uniforme de comando de vuelo, aprobado en el 1945 por el defensor.